Абаканский сувенир звучит по-новому. Творческий коллектив музыканта Владимира Наренко теперь выступает в обновленном составе и новым репертуаром. Гитаристы пришли, еще один баян добавился. Мы поменяли форму одежды, стали немножко молодежнее, так сказать. Ну и репертуар, соответственно, немножко как бы преобразился в эстрадную сторону. Ну, такие концерты, я считаю, важны, потому что чем мы можем помочь нашим товарищам, бойцам, там, сказать, они защищают нашу родину, и мы как можем здесь помогаем им вот таким образом. После каждой композиции в зале громкие аплодисменты. Творческие концерты «Мы вместе» уже стали традиционными в нашем городе. Благодаря им Абакан отправляет на Донбасс гуманитарную помощь, необходимое оборудование для наших бойцов. Сейчас была поставлена задача в конце июня, начале июля собрать большой груз гуманитарный для отправки в зону проведения СВО. И мы обратились к нашим прославленным коллективам, ансамблю «Сувенир» и ансамблю «Контрасты», предложили провести такую совместную концертную программу, экспериментальную. По сумме мы собрали 245 тысяч 200 рублей. Эта сумма будет направлена на приобретение тактического оборудования. И, собственно, уже совсем скоро посылка, груз уедет в зону проведения СВО нашим ребятам, нашим бойцам. Следующий коллектив, который выходит на сцену Абаканского дворца молодежи – хореографический ансамбль «Контрасты». Несколько составов, их искрометные танцы, костюмы. В зале вновь звучат громкие овации. Показываю сегодня номера «Русский сувенир», «Родная сторонка», «Ято Унана». Также у нас будут танцевать наши младшие дети. Дарья Казак, Михаил Кудрявцев, новости.